С приветом со службы. В эти дни председатель комитета солдатских матерей Ямала Людмила Буряк находится в поездке по воинским частям Южного военного округа. Накануне она побывала в Южной Осетии в городе Джава. Здесь служит более 20 ямальских срочников. По телефону Людмила Буряк рассказала, что никаких нареканий к условиям службы у солдат нет, и поделилась своими впечатлениями от поездки. Получается, что мы отработали уже Армению, работаем в Южной Осетии. Ну и дальнейшая у меня поездка в завершение, это будет наш Владикавказ. В Владикавказе там также находятся наши ямальские ребята, и некоторые находятся в госпитале. Также мы их посетим. Успокоят родители, чтобы они не волновались. И самое главное, гордились своими сыновьями. Сыновьями достойно служат и выполняют свой воинский долг. Командиры замечательные, замполиты хорошие, но, знаете, вот по настроению ребят можно видеть, как, ну, вот как им служится. Ну, а позже трубку взяли сами солдаты и передали приветы своим родным, друзьям и близким. Услышать их можно в официальных группах новостей нашего города ВКонтакте и на Одноклассниках.